Дома есть всякие мысли насчет родины хип-хопа и все такое. Но сегодня мы в 2 часа ночи и в 43 градуса по Фаренгейту находимся в самом сердце пригорода Детройта, город Пунтиак, где мы только что отыграли рок-концерт, а теперь расходятся все ночные клубы. И это, знаете ли, нечто. It's alive! It's alive! There's like this floor and that foot. Like every floor. Like doing this, you know, like the girl. Like shoot Billy Jean! Pontiac, today, shooting Troll. 80s, right? Remember? I love that. I love that. The original. You got what's the road? You talking about Michigan State? You talking about? Oh yeah, look, imagine if you were with this flinching. Yeah, all that. Man, keep back, shit, coming back. Okay. You too, man. Слушай, а кто пишет эти вопросы заранее? Я всегда знал, что политические вопросы все заранее служба расписывает и потом раздает. Да, а куда? Это не политические. Ну так раздавали. А там другие раздавались? Нет. Да? Да, были. То есть как? А мне просто интересно, как разошел человек такой с бумажкой, да? Не, такой? Там ничего не происходит. Слушайте, каждый приготовил свой вопрос. Да. Это сами студенты приготовятся работать. А потом они как сдают куда-то отдельно? Нет, никого ничего нет. Нет, вот говорите про политические вопросы. То есть их придется, приходит служба, раздают. Или они сами куда-то там, ну как типа. Мы их отбирали сначала. Не, он сам выбирал. Сам выбирал. Мог еще меня не выбрать, меня могли не слышать. Конечно, на самый легкий вопрос. Ну что ж, уж не знаю, написали ли, просили ли Мумиy Troll. Но такова судьба, что Мумиy Troll, он всегда рядом. Двигатель от нашей подводной лодки, похоже, не очень подошел американскому автобусу. У нас отключился свет, автобус больше никуда не едет. Мы находимся в штате Небраска, город Омаха. Концерт только что закончился, людям вроде очень понравилось. Но нас ждет Канзас-Сити. Именно мы находимся в тех местах, откуда Элли улетала в своем вагончике. Страшили мудрым. Вот, так что Страшила Мудрый сейчас пришел на помощь к нам, чтобы все-таки завести наш вагончик. Дай бог, все будет хорошо, как минимум к утру. Ну а теперь наблюдайте за работой.
людям мешать нельзя, пусть лучше делают свою работу. Я хотел спросить, how what's going on? Do you stand a chance? Поехать дальше, но не буду подходить. Пусть лучше. Пусть лучше занимают. А пунга, это пунга, потому что двигатель ставил от подводной лодки. А теперь. Иди сюда, пунга. Говорит, что это ты ставил двигатель от подводной лодки, и посмотри, что получилось. Автобус ты никогда не едет. Дело в том, что я заливал масло, проверял норму. Каждый может заниматься своим делом. Играешь на барабанах, играй на барабанах. А я играл на барабанах в то время, когда играл на барабанах, автобус ездил с бабами, то есть с нашими поклонницами, по всему городу катал их. Масло протекло, и теперь мы получили большую проблему. Этого я не знал. И теперь он сам расхлебывает ее. Этого я не знал. Оказывается, водитель возил. Возил, оказывается. Дело в том, что наша компания сразу предупредила. Этот мужик баб не... Сейчас пойдем